склонение личных местоимений третьего лица и их правописание. Личные местоимения третьего лица, единственного и множественного числа склоняются, отвечают на те же вопросы, что имена существительные. Нужно запомнить, личные местоимения третьего лица, единственного и множественного числа всегда пишутся одинаково. В именительном падеже есть кто? Он – мужской род, оно – средний род, она – женский род, они – множественное число. Это их начальная форма. Обратите внимание, формы мужского и среднего рода совпадают во всех косвенных падежах. В родительном падеже нет кого. Его, запомню, ЕГ. Ее, запомню, Е. Их. В дательном падеже даю кому. Ему, запомню, Е. Ей, им. В винительном падеже вижу кого. Его. Запомню, Е, Г. Ее, их. В творительном падеже доволен кем? Им, ею, ими. Предлоги с местоимениями всегда пишутся раздельно. Обратите внимание, если личное местоимение третьего лица употребляется с предлогом, то при произношении оно начинается со звука «н», а на письме с буквы «н». Например, в родительном падеже «у него», «у нее», «у них». В дательном падеже «к нему», «к ней», «к ним». В винительном падеже «за него», «за нее», «за них». В творительном падеже «с ним», «с ней», «с ними». В предложном падеже «думаю о ком», «о нем», «о ней», «о них». Пишите без ошибок. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь и не пропускайте новые видео на моем канале.